Стелется дороженька дальней стороной. Помоги мне, боженька, приведи домой. Детство домик старенький опустел давно. Покосились ставеньки, грустно и темно. Эх, деревня, деревенька, на пригорке три двора. Потихоньку, помаленьку, поднимать тебя пора. Потихоньку, помаленьку, все хорошее вернем. Эх, деревня, деревенька, мы с тобой еще споем. Памяти своей, хоть она и древняя, нет ее родней. Временем побитая, но душа живет, всеми позабытая, верит нам и ждет. Эх, деревня, деревенька, а на пригорке три двора. А потихоньку, а помаленьку, а поднимать тебя пора. А потихоньку, а помаленьку, все хорошее вернем. Эх, деревня, деревенька, мы с тобой еще споем. Эх, деревня, деревенька, а мы с тобой еще споем. Верю, не потеряна тоненькая нить. Нам судьбой доверено время изменить. Где тропинка узкая сквозь бурьян идет, там деревня русская снова расцветет. Эх, деревня, деревенька, а на пригорке три двора. Потихоньку, а помаленьку, а поднимать тебя пора. А потихоньку, а помаленьку, все хорошее вернем. Эх, деревня, деревенька, а мы с тобой еще споем. Эх, деревня, деревенька, а мы с тобой еще споем. Добрый день, уважаемые жители и гости Санина. Мы рады приветствовать вас на празднике, который посвящен Дню Санина. Родная земля, слушайтесь в созвучие этих слов. В них шумит рожь, звенит трель соловья. Жаворонками, нескошенными лугами, в них цвет яблонь под деревенским окном и поцелуй первой любви. Что же означают для каждого эти слова? Это место, где мы живем и трудимся, где рождаются наши дети, где мы обретаем покой, продолжая жить в наших делах и наших потомках. С днем рождения, наша малая родина! День села – это праздник всех жителей от мала до велика. И, конечно же, тех, кто внес свою лепту в то, чтобы в этот день Санина расцветала праздничными ярками. Слово предоставляется главе администрации Нагорного сельского поселения Копыловой Ольге Ивановне.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие односельчане, уважаемые гости нашего поселения. Очень рада, что сегодня так много народу и в зале, и на площади. Такого давно не было. 2 года, которых у нас выбила пандемия, они как бы нас отлучили от проведения таких многолюдных праздников. И вот сегодня мы снова вместе объединяемся. И это очень радует. Дорогие друзья, так уж повелось, что день села, день деревни, день поселка, по-разному можно назвать Санина, но это все объединяет одним словом – Санина. Кому как нравится – село, деревня, поселок – это все едино. Мы санинские. Деревня Санина основана много веков назад. Поселок Санинского дока чуть менее 100 лет. Скоро в 2040 году будет 100 лет со дня образования вот этого места, где мы с вами находимся. Когда в 1940 году на месте железной дороги была основана рембаза. А потом уже накануне Великой Отечественной войны в 41 году появился Санинский док. Делали ящики для снарядов для фронта, делали деревянные ежи для фронта, домики потом стали делать садовые и детские ясли, такие, что даже вот я лично сама видела, на Дальний Восток приехала, в Благовещенск, и пошли мы там по одной базе, и смотрю домик, очень похож на наш санинский домик, подхожу ближе, а там прямо написано, как сейчас Made in China, а там написано, сделано в Санинском доке. Представляете, вот такая вот обширная была территория, и всегда вот в начале августа, на День строителей, мы проводили вот этот вот праздник, День поселка Санинского дока. И чествовали всегда ветеранов Санинского дока. Но без ветеранов Санинского дока не было бы и нас с вами. Во-первых, ветераны Санинского дока – это они и ветераны, и участники Великой Отечественной войны. И мы всегда наши мероприятия начинали с их чествования. К сожалению большому, на нашей территории в настоящее время не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны. С большим сожалением об этом говорим. Но мы свято чтим память о том, что они нам сохранили. Но сейчас, сегодняшний праздник – мне хотелось бы начать с чествования таких же людей, благодаря которым мы сегодня с вами можем под мирным небом отмечать вот этот вот наш праздник. Все прекрасно знаете, какие события идут уже 2-й год. И наша территория не осталась ни равнодушной, обделенные в этом плане. Наши ребята тоже мужественно, стойко, храбро сражаются за то, что было у нас с вами мирное небо. Ребята, которые ушли самые первые, первый день, как только объявили мобилизацию. Причем знаете, что отрадно? Может быть, даже не то, что отрадно, и горько было, и волнительно было очень. Тогда я сама лично обзванивала этих ребят или родителей этих ребят. Практически никто не сказал, я не пойду, или я там спрячусь, или еще что-то. И одним из первых, кто ушел, был Валерий Яшин. Он с первого дня, за это время у него уже родилась 2-я дочка. Когда он уходил, они с супругой ждали. Сейчас это дочка, которую назвали Виктория, в честь победы, которая обязательно будет, благодаря нашим воинам. Присутствуйте, нас ждали. Мама Ирина Алексеевна тоже сидит в зале с другой старшей внучкой. Я попрошу вас, Ирина Алексеевна, Саша, подняться сюда на сцену. Поприветствуем! Поплодите!
очень известная семья для нашего поселка. Это была и есть семья Машковых. И их правнук сейчас также защищает рубежи нашей границы и наше мирное небо. Илья Машков. И в зале есть мама. Мама, поднимитесь. Мама. Бабушка, бабушка. Идите сюда, идите сюда. В зале я вижу еще одну маму, одного нашего уроженца, нашего поселка Санинского Дока. Он окончил летное училище и сейчас точно так же сражается. Андрей и мама Любовь Анатольевна Коклина. Видела, Люба. Вижу еще одну маму, маму Талю Бычкову. Алексей, сын, который тоже окончил нашу санинскую школу, также находится там. Он уже получил ранение, но вновь после ранения он опять вновь в бою. Аплодируем все! Спасибо огромное! Привет и цветов! Все, наше признание вам. Включайте. Детям подарок. Это мальчик, это маленький замороженный. Вот замороженные девочки, Варя Виктория. Да, ей вот такую вот игрушку. Так, не всем девочкам дали бы цветы. Девочки, цветы еще дайте. Саша без цветов осталась. И бабушка Илья осталась без цветов. Не жалейте доброты, не жалейте. Все. Спасибо еще раз. А ребятам скорейшего прощения с победой, живыми и невредимыми в свои семьи, к своим женам, к своим детям. Спасибо большое. Всегда мы в этот праздник чествовали еще наших долгожителей. Раньше у нас было, конечно, их побольше. Такие корни были, Сержень. Все, наверное, помнят прекрасно Богданову, Прасковью Федоровну, которая на любом празднике всегда выходила сюда, еще и плясала, да, выплясывала. И юбилеи мы здесь ей проводили тоже многолетние. Но, к сожалению, Прасковья Федоровна в прошлом году от нас ушла. И вот сейчас самыми старожилами нашей местности является Кузьмичева Клавдия и Ларионова Тамара Сергеевна. Тамара Сергеевна в зале? Да. В зале, я видела ее. Тамара Сергеевна, если можете, девочки, пустите, пожалуйста. Сашка, пустите, можно, когда девочки там спустятся. Подарок, пустите, пожалуйста. Поприветствуем Тамару Сергеевну. Спасибо, Тамара Сергеевна. Давай, чтобы вы слушали не прощали. Сейчас я попрошу выйти на сцену наши замечательные пары, которые прожили, супружеские пары, более 50 лет. Так, помощники, помогай мне. Вижу Ерзукова Анатолия Федоровича и Веру Кузьминишну. Поднимитесь, пожалуйста, сюда. Семья Пономаревых нет, по-моему, да? Подскажите, есть? Нет. Пономаревых нет. Кузнецов Геннадий Сергеевич и Мария Ивановна. Есть? Есть, Мария Ивановна. Заходите, пожалуйста, сюда. Понимаете. Остапенко Александр Васильевич и Галина Дмитриевна. Супруги, вставайте, пожалуйста. Андрианова Татьяна, Владимир Николаевич и Татьяна Анатольевна. Володя. Татьяна Анатольевна. Не хочешь подниматься? Нет, они не поднимутся. А, Орешкины не смогут прийти. Да. Спасибо вам, дорогие супруги, что вы это верой и правдой, но, к сожалению, только по половине, только семья Ерзуковых в полном составе. Нам очень приятно.
Да, ну... Ну, все просто не... На каком случае можно это сделать, да. Спасибо. Долгих лет вам в супружеской жизни. Храните, берегите все то, что вы хранили эти долгие 50 лет. А цветы девочкам? Приветствуем! Спасибо большое. Прошу занять места. Спасибо, спасибо большое. Ну, а теперь после уже супружеских пар и просто после старожил, уже одну новорожденную мы назвали Яшину, а есть еще у нас две девочки новорожденные. Так, мамочки или папочки, прошу подняться. Так, подсказываем. Тимохина и Потанина. Кто есть у нас из мам или из пап? Мамы. Ну-ка давайте, идите. Мамы, на стену, на стену. Что ж вы? Ну, давайте поприветствуем вас. Вот и малыши тоже. Вот такие вам тут игрушки красивые приготовили. Ничего страшного, сын, да. Так, вручаем, вручаем. А мы аплодируем. Спасибо. Самое главное, оставайтесь здесь, на нашей территории. Продолжайте род деревенский. Не уезжайте в город. Дорогие друзья, есть еще больше много номинаций, но я, чтобы не утомлять уже своими речами, да, потому что уже артисты меня подгоняют, но у нас есть еще сегодня очень замечательный гость. Я думаю, что наша территория очень хорошо знакома с ним, потому что Киржач город для нас уже становится так городным. Мы туда ездим все, в магазины, на рынок, там, на автостанции, на железнодорожные станции, кто-то там работает. У нас сегодня почетный гражданин города Киржач и Киржачского района, кандидат в депутаты законодательного собрания Владимирской области Федоров Евгений Сергеевич. Здравствуйте, дорогие саймсы и саймки! Здравствуйте всем! Большое спасибо за приглашение на наш праздник, на день села, поселка и деревни одновременно. Три в одном, так здорово. Ну вот, в последнее время как-то я зачастил к вам, в том числе совсем недавно был в составе оргкомитета «Самая красивая деревня» Владимирской области, так получилось. И я, конечно же, с большим удовольствием проехал по вашим улицам, пофотографировал, поговорил с людьми. Такие вы хорошие и солнечные. И я понял, почему. Потому что если Санина переводить на один из недружественных языков, ну теперь уже, вот, ну, скажем так, на очень стандартный английский язык, «Сан» — это же солнце. Так что вы просто еще солнечные, просто изначально. Молодцы! Дорогие мои, ну, разрешите мне, конечно же, поздравить вас с этим праздником. Очень хорошо, что вас так много, что у вас такие улыбающие и отдохнувшие за лето лица. Вот, пожелать вам всего самого хорошего. Всех благ и здоровья, самое главное. От души. Праздник! Спасибо, спасибо. Слово передаю дальше ведущим. Спасибо.